расширение MySQL. Придумали функцию, которая называлась MySQL-SP3, которая тоже не выполняла 100% своей функции. Поэтому на замену потом MySQL Escape String придумали функцию MySQL Real Escape String. И когда делали это расширение, уже ее и оставили. Чтобы, его поставили уже вроде как. Так или иначе. Так или иначе. Неважно. MySQL Real Escape String Link строка. Все строки прогоняем через эту функцию. И будет нам честь. А если получится, да, ну, что заложена какая-то ошибка, а не еще как слово. Нет, там уже все ломать. Там все, они там даже ноль эти самые. Ноль байты даже экранируют. Там все экранируется. Фактически все, что можно. Поэтому там. А может давай добавить все. Real real. Самое, да. Right real. Да, ну костыли, что там поделаешь. Вот. Вот такая вот у нас штуковина есть. Друзья мои. Вот такая вот вещь. Вот такая вещь. Понятно, да? Вот. Замечательно. Значит, ну, в принципе, это вот такие самые основы. Все осталось теперь это дело закрепить. Значит, что мы сейчас будем с вами делать, друзья мои? Мы с вами напишем гостевую книгу, да, наконец-то. Точно. Гостевую книгу, базе данных. Страничка 106. Но я вам сейчас вкратце объясню, да, в чем идея. Мы с вами, знаете, как давайте сделаем? Поскольку что сейчас не призываться, у нас там будет перерыв, да, и так далее. Давайте сделаем так. Я сейчас объясню. Делаем. Кому надо выйти, тот вышел. Ну, чтобы как, по команде не вставать, не уходить, да. Ну, в общем, будем делать, пока делаем. Потом все дело поспорим, да. Значит, идея какая?